Перекресток улиц Пушкина и Марии Рябининой стал местом очередного дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей. Водитель «Тойоты» пренебрег требованиям знака и не уступил дорогу «Део», который двигался по главной дороге. От удара иномарка врезалась в «Газель». Одной из пассажиров «Део» была оказана скорая помощь. В результате столкновения машины получили серьезные повреждения. Местные жители считают этот перекресток не иначе как проклятым. Здесь регулярно происходят аварии. Одна из причин заключается в том, что студенты сельхозакадемии, невзирая на запрещающие знаки, оставляют здесь машины, ухудшая обзор автомобилистам. Коридор справа паркуется, слева паркуется. Тем более, что проезжая часть изогнутая. И когда выезжает с улицы Пушкина здесь, и никакого, значит, нет видимости. Вот. И поэтому здесь очень часто делаются аварии.